Беременность – очень важный и ответственный период в жизни каждой женщины, и в это время ей хочется выглядеть особенно привлекательной и желанной. И героиней нашей сегодняшней программы стала Кристина, которая находится в счастливом ожидании прекрасной малышки. Кристине 24 года. До того, как уйти в декрет, работала в банке. С будущим мужем познакомилась в самый женский день – 8 марта. Для мужа полюбила готовить. Особенно ей удаются десерты. Малышке нужны положительные эмоции. Ну, в общем, поэтому захотела прийти сюда. И как бы тот факт, то, что я в положении, не дает как бы повод забыть о своей внешности. И, соответственно, мне хочется хорошо выглядеть, и чтобы я была красивой мамочкой молодой. Кристина у нас готова. Да, мы закончили, сделали легкую укладку, которую советую делать беременным. Очень легко, неутомительно, не нужно делать никаких сложностей, начесы, вообще прически. И сделали дневной макияж, который можно использовать дома всегда, чтобы красиво выглядеть, потому что женщина должна выглядеть всегда красиво. Кристина, ты готова увидеть себя? Да, с нетерпением. Да? Итак, тогда закрывай глаза, чтобы был совсем сюрприз. И теперь можешь открывать. Ничего себе, здорово. Ну как? Неожиданно. Классно. Сама открасилась? Нет. У меня как-то, наверное... Я вообще мало крашусь. Здорово, мне очень понравилось, спасибо. Здорово. А укладка? Красиво. Действительно, легкие такие волосы, воздушные, быстрая укладка. Все очень здорово, быстро и самое главное, красиво. Спасибо большое. Новый гардероб для Кристины мы подобрали в магазине для беременных «Мамочка». Очень красивый макияж и прическа, и одежда подобранная, здорово, спасибо большое. Какая больше всего, какой комплект тебе понравился? Вот этот, последний, такой веселенький, впечатляющий, в принципе. Вообще все здорово. Пока программа готовилась выйти в эфир, Кристина стала мамой. Мы поздравляем Кристину и ее семью с рождением долгожданной дочки.